Тисяча паломників щодня. Частинки мощів блаженної Матрони Московської прибули у могилі у Спасо-Преображенський собор. Православна церква відзначає, що Матрона Московська ще при житті у першій полові минулого стагоддя прославилася шматлікими цудами. З якими просьбами тепер ідуть вірники до Ковчега, довідалися наші кореспонденти. Спасо-Преображенський кафедральний собор одночасово може змістити каля полтисячі людей. Черга до мощів святої Матрони велика, однак вона рухається хутко. По словах вірників, менш години треба простояти, каб попросити блаженну про заповітне. Просто прошу, одного здоров'я прошу. Целительниця допомагала людям советами, добрими ділами. Монастир. Ее и мощью в Москве, ну и нам такая благодать здесь побыть. Да, Матроны по традиции верники идут с кветками. У Могилеве с букетами одинки паломников. Кажут, усе за недосвеченности. В Покровском монастыре, где покоятся мощи Матронушки, ну так заведено. Я посмотрела, там люди идут все с цветами. И взамен они получают освященные цветы уже другие, которые уже прикоснулись к мощам Матронушки. Может быть, и у нас что-нибудь подобное возникнет, я не знаю, но пока нет. Если кто-то желает, пусть он приложит свои цветочки, которые он принес, и заберет их себе в благословение. По словам святаров, у Русской Православной Церкви за допомогой у житевых непорядках верники звертаются с просьбами еще до двух блаженных – Ксении Петербургской и Валентины Минской. А вось частинки мощи у святой Матроны будут находиться у Могилеве до 27 кастрышника. Поклониться им можно с 8 годин раницы до 7 вечера. Татьяна Сергейчик, Виталь Алексеенко, новини региона.